Меня давно уже звали. Это я была еще где? Испания была. Из Испании прилетела. Ну и кто меня прославила, Катерина? Она говорит, нет, не уезжай. Тебя хотят, Галкину, что-то опять будут снимать туда-сюда. Я у нее чуть не месяц там на даче была, дома в Москве. Ну, так, а то что, говорит, поедешь туда-сюда. Сказали, наверное, вроде бы, может, будете кататься? Я думала, надо мной смеются. Что, в Москве откуда верблюды? Посмотрела, во дворе стоит верблюд. Ну и вот. В общем, там на верблюде прямо на сцену. Видели вы? Видели. Ну и спросили, куда еще хотите? Я говорю, я Италию хотела бы. Откуда я знала, что они путевку мне дадут? Потом дали это, что-то вот такие острые. Как их вот кидают? Видели же? Дочь. И я попала, оказывается, на Италию. Ну и вот и вручили на 10 дней.